Вот смотрите, вот такой вот набор для бульона, вот целый вот такой вот. Тут мяса столько много, ребят. Ну, поставил, думаю, ладно, пусть оно, это наша новосибирская фабрика делает, курей выращивает. Она прям так вот выращивает. Это что такое, по-моему? А, это тут блины. Кстати, блины замороженные. Я, короче, когда делал блины, да? Ну и они у меня тут остались, да? Это вот если что, разогреть и все. И окей будет. Понимаете? Да, ребят. Я такой. Иногда. Сейчас мы эту, может быть, этот у нас будет работать. Ой, Алькатель. Надо батарейку покупать, девочки, мальчики. Ой. Вот в такую погоду вообще спать хочется. Сегодня мне опять как, блядь, приснился сон ебанько, короче. Сон ебанько. Короче, знаете, какое-то помещение, там несколько, то есть кровати стоят. Одна, вторая, по-моему, третья, то есть где-то 10 кроватей. Моя, по-моему, где-то посередине. И там я лежу там, да. Что-то мне то ли операцию какую-то делают, то ли чего, не пойму. Вот сон такой был, да. Хуета, прости господи, да. И почему-то вот это все вот это снится, вот это вот. Маразм, блядь. Как говорила одна моя знакомая, лежу я в палате номер 6. У нас там 10. Да. Сивка. Не, да. Задомян. Хлорка. Снежинская. Нутрия. Нутрия, вы поняли, кока. Кока-кока-кока-кока-кока-кока-кока-кока-кока. Да, кока. Кока. Кока, ёб твою мать, бог ты мой. Да, там еще белая, пушистая, и снежинская, и белая, и похуила. Там все, бля, подряд, значит. В палате номер 6. Там их 10. Как вы знаете, это кино было «10 негритят». Помните это кино? Я даже эту считалочку. Что-то было 10 негритят, один пошел по воду и не вернулся. Их осталось 9. 9 негритят. Что-то там 9 негритят. Один пошел. Опять-то в поле. Их осталось 8. 8 негритят. Один пошел в баню. Их осталось 7. 7 негритят. Их осталось... 7 негритят. Двое пошли... Ну, я не знаю, куда, конечно. Ну, там можно сочинить это. И считалочка будет как здрасте, да. Не, один пошел на море, другой пошел купаться. Один не вернулся. И второй тоже. Их осталось 5. 5 негритят. 5 негритят. Их осталось 5. Один спрятался в одно место. Да. Да-да. Вот так вот. Считалочку я тоже могу иначе, девочки, мальчики. Это было бы вообще прикольно. Ой. Вот такие вот, ребят, дела. Ага.
как одна медсестра